В 2017 году Народному русскому театру Дома культуры «Заря» исполнилось 75 лет. По давней доброй традиции очередной юбилей театр встретил большой премьерой – спектаклем по роману Ги де Мопассана «Милый друг». Премьерные показы с большим успехом прошли в марте. «Милый друг» – это история дамского любимчика, поведанная как жизнь типичного молодого человека светского общества, стремительно восходящего по социальной лестнице через любовные связи состоятельных дам. Все события происходят вокруг главного героя, роль которого блестяще исполнил Владимир Калинин, известный сарапульский художник, преподаватель детской школы искусств. Не рассматриваю себя только с точки зрения художника-живописца, например, педагога в области изобразительного искусства. Я считаю, что жизнь должна быть многогранна, широка. То есть чем больше областей в жизни мы задействуем, чем с большим количеством талантливых людей мы общаемся, тем мы достигаем большего успеха и в своей профессиональной, в узкопрофессиональной деятельности. Для Владимира Калинина 2017 год особенный. Успешно сыграна главная роль в спектакле. На днях открывается новая выставка работ мастера и учеников. В эти же ноябрьские дни Владимир Вячеславович отмечает 45-летний юбилей. Попадались те люди, они редкие, конечно, очень, которые помогали мне идти по этой жизни, верили в меня. И эта вера очень важна. Их можно перечесть по пальцам. И, конечно, это и отец мой, который когда-то поверил в мою звезду живописца. Это и Юрий Карлович Киселев в Свердловском художественном училище. Он, пожалуй, чуть ли не единственный, по-настоящему верил в мой талант. Ну и несколько художников-педагогов, которые воспитали меня. Вот к таким людям относится Светлана Геннадьевна Безгодова, бессменный руководитель Народного русского театра в ДК «Заря», которая открыла мне дорогу, что ли, вот, в мир театра, в мир актерского мастерства, за что, конечно, я ей очень благодарен. И вот буквально год назад также мы встретились с ней, она предложила мне принять участие в спектакле, причем не просто принять, но еще и участвовать в главной роли в спектакле «Милый друг», то есть играть самого милого друга. Конечно, эта задача была очень ответственной, я много думал, но в конце концов дал согласие, о чем, в общем-то, и не пожалел, хотя процесс, конечно, эти полгода последние были очень тяжелые, но интересные. 17 числа в пятницу состоится моя персональная выставка в стенах художественной школы на улице Труда. На ближайшее время я все-таки связываю свою жизнь, по крайней мере, года 2-3, наверное, сделаю упор на изобразительное искусство. 16 ноября на сцене Дома культуры «Заря» ценители театрального искусства смогут вновь увидеть постановку Народного русского театра «Милый друг». Начало в 17:30.